26 апреля 23 год. Заказывал девичий виноград. В подарок еще положили сумах или сумах. У нас такое дерево растет. Очень красивое. И то, что нам прислали семена, это, конечно, очень круто. Мы их тоже прорастим. И тоже будем рассаживать. Дерево у нас отлично перезимовывает. В минус 38 выдержало дерево, и все отлично. Так что будем тоже высаживать. Но сегодня речь идет о девичьем винограде, который как клейкие такие ножки прилипает к дому и может его полностью закрыть. Опора не нужна. Вот я именно такой вот виноград искал. Не виноград, а это называется виноград, как бы лиана такая. Тут у нас уже есть подобная тема. Сейчас я нахожусь в своем гостевом доме. Вот кто вдруг не в курсе. На участке у нас два дома, основной дом и гостевой. Здесь у нас спортзал, но вот к весне он превратился чуть-чуть в ботанический сад. Всякие помидорчики, огурчики, все, что мы выращиваем из семян, и это пойдет на улицу. Пока еще бывают такие холодные дни, поэтому все здесь. Много чего у нас тут пророщено, все это уйдет на улицу. Вот, и спортзал наш превратился вот в садовый центр. Я тут еще лампу вот эту приспособил. Вот. Здесь у нас полностью девичий виноград. А здесь тоже девичий виноград. Пятилистковые. И это очень редкое растение, не знаю, просто нигде не найти. Поэтому я решил из семечек вот этих вот семян. Что я буду делать? Мы тут делали таким образом. Пока они еще, конечно, тут не вышли, мы только посадили, но они уже проклюнулись. В общем, берем какую-нибудь кантарку, вот эти ватные диски, обычные, стандартные. Потом вот эти семечки раскидываем, закрываем ватными дисками и чуть-чуть подливаем водички, чтобы они были во влажной среде. И это все дело закрываем, создаем что-то типа парника, теплицы. Вот. И все это лежит до того момента, пока вот эти семечки не проклюнутся. Как только проклюнулись, мы уже вот в такие кантарки, буквально там на пол сантиметра, поливаем водичкой, и все, и сейчас мы ждем, когда они проклюнутся. До этого мы заказывали, стоило 400 рублей, 50 семечек вот этих, косточек. Вот, и сейчас тоже вот пришло, я не знаю, сколько тут штучек. Ну, тут не 50, тут штук 20, это чуть-чуть другой сорт. Так что сейчас я это все дело буду сажать вот сюда. Все. Косточки я раскидал. Теперь надо чуть-чуть буквально водички. Так. Короче, нужно промочить эти ватные диски, чтобы здесь присутствовала влага. И потом, в общем-то, вот накрываем ватными дисками, но так, ватных дисков мне не хватает, надо будет еще принести и еще раз сверху это все водичкой вот так. Ну и в принципе все. Потом это закрываете вот так. И где-то в теплое местечко. Ну, в моем случае я положу вот вообще сюда. Пусть здесь вот лежит. Под солнышком, так сказать. Съездили в поле, земли набрали. И Оля высаживает петуньи. У нас тут целый запас
всяких разных горшков. Потихонечку рассаживаем разные растения. Очень много всего покупали. Вон все горшки лежат. Не выкидываем. Потихонечку их будем использовать. Земля очень хорошая. Чернозем. У нас тут рядом строительство домов. И они тракторами слой снимают земли в гору. А потом увозить куда-нибудь будут. Пока не увезли, мы вон на халяву хорошей земли набрали. И Оля будет высаживать сейчас петуньи. Эдгар очень любит повторять это. Да, великие петуньи. Это цветы женщин прям. Нет ни одного огорода без петуньи. Вот так. Такие у нас есть горшки, которые подвешиваются. Оля в прошлом году уже делала. Очень красиво было. Это красные будут. Красные петунии. Ты семечек же, да, выращивала? Угу. Сама? Угу. А то они так стоят будут там от 600 до 1500. Ну. Ну, если у вас есть деньги, и девать их некуда. Ну, или вы там сажаете только, я не знаю, там, один кустик какой-нибудь туи. Больше ничем не занимаетесь. Так, ну, можете загонять, купить лучше эти петуньи, чем вот этот весь процесс. Но мы так как... У нас очень много всяких разных растений. Очень много всего. Это все стоит нормально так баблеца. Поэтому там как бы раскидываться на какие-то петуни там по штуке. Лучше мы какие-нибудь кустарники организуем. Ну и вот Оля между делом решила на халяву это сделать. Почти на халяву. Экономит, короче, нам бюджет. Кто-то прикольно придумал, да, петуни женщинам продавать? Как на наркоту посадили их. Ну вот эти вот, ну они вообще классные. Сортовые вот эти вот красные, бархатные всякие. Ну да. Да, да, Эдгар. Конечно же, классно. Мне только единственное не нравится в этой теме, что они одноразовые. Я вот как-то предпочитаю, посадил и всю жизнь тебе служит. Смородина, вон, например. А это каждый год возня. Короче, забава женщин.